Труд матери невозможно переоценить, а любовь ее бесценна. Именно для них, милых и прекрасных, звучали приятные слова и пожелания. Поздравить женщин пришли первые лица города. Желаю вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Хотелось бы выразить слова многодетным мамам. Большое спасибо вам за ваш нелегкий труд. Крепкого вам здоровья, счастья, добра. И очень, конечно, будет хорошо, чтобы ваши дети обогревали ваши души. Здоровья вам, удачи, чтобы детки почаще вас радовали. Ну, а мужчины, которые рядом с вами, дарили цветы не только по праздникам, но и просто так, в будни для чистого сердца. Быть мамой, особенно многодетной, сложная и ответственная работа. Она требует любви и терпения. Мам, которые достигли высоких результатов своей деятельности, наградили подарками и благодарственными письмами. Дети тоже не остались в стороне и сыграли для родителей, мам и бабушек кукольный спектакль по мотивам детской сказки «Колобок». Теплые поздравления прозвучали не только со сцены. Я поздравляю всех мам, у которых есть дети, и у которых нет. И пусть у тех мам, у которых нет детей, появятся малыши, мальчики или девочки, неважно. День матери занимает особое место среди многих праздников, отмечаемых в нашей стране. Он напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.